Приветствую всех русских и вообще-то русскую аудиторию. Вот тема сегодняшней, я вам хочу представить сайт, который действительно платит от минимального плата до большого зарплата. Но это зависит, сколько вы будете набрать. Этот сайт называется FreeCash. Ну, первоначально, чтобы начинать зарабатывать, вам надо пройти регистрацию. После регистрации вам надо заходить в ваш адрес email, нажать их нажать ссылку и подтвердить, чтобы был активный ваш сайт. Так, но самый главный, вам надо еще занести код реферал. Этот код реферал я вам покажу, как надо сделать. Чтобы пройти регистрацию, я могу сказать, это банальная, очень простая регистрация. Надо все заполнить, как имя, фамилия, адрес, email и так далее, и так далее. Как все сайты требуют одно и то же. Поэтому это я оставлю вам. После того, как вы заходите в ваш адрес, email и будете активировать ваши сайт, то вам надо, значит, вам откроется это окно, ваше имя, логин будет написано здесь, и вам надо сразу заходить, где написано Rewards News. Rewards News, вы щелкните на эту кнопку, и откроется такое окно. Вот здесь вам надо написать, как вот я здесь показываю. Ham Sam 1970. Вот. Как вы будете написать это? Вам надо нажать сюда. Redeem. После этого вы сделаете этот код реферал. Сделайте копию и нажмите сюда и ставьте сюда реферальный код и нажимать надо здесь, где надо, где написано claim. Claim — это чтобы вам дал бонус очки. Бонус очки — это бонус coin. Вот, надеюсь, что это все понятно уже для вам. Вот. Сколько стоит бонус коин? У меня здесь я заполнил анкету и мне дали 1285 коинов. Это значит 1000 коинов — это $1. Поскольку это 1285, это $1.28. Из одного заполнение анкеты. Я получил это, и всего это длится около 15 минут. В этом сайте действительно платит. Я могу вам показать и доказать. Здесь нет ограничений. Вот некоторые русские эти сайты сделают ограничения. Вот вы можете попросить вывод, если у вас есть, например, 30 рублей или, не знаю, там 0.01 биткоин или столько эфириум, а здесь нету ограничений. Вот я могу вам показать, например, вот этот мой Coinbase адрес, смотрите, я сделал 5 сентября, это недавний перевод, попробовал 80 центов переводить,
вот запомните, free cash, а здесь 850 коинов. Вот free cash. А. И потом попробовал сделать 4420 коинов, то есть $4.42 заплатили. Ну, период вот 4-5 разные суммы я переводил, и маленький переводит, и большой. А также, кроме литкоинов, вы можете переводить Ethereum, биткоин, кому как хочется. Вот посмотрите, здесь я 17 сентября переводил $4, тоже получил на мой аккаунт free cash. Ну, платит 100%, 100% без промаха. А, кстати, я хочу вам сказать одно, что если вы будете сделать PayPal, то тогда вы можете переводить прямо эти доллары, вы можете переводить на вашу банковскую карту. Но для этого, вот, вы заходили в shop, потом нажимаете PayPal. Здесь вы должен написать ваш PayPal адрес. И нажать здесь, где написано SAF адрес. Это чтобы оставил в память ваш PayPal адрес, который вы первый раз прошли регистрацию. Напишите ваш адрес. А после этого вы можете написать, сколько у вас коинов, и нажать Windraft. И прямо деньги уже будут идти на вашу банковскую карту. А те, которые хотят переводить на Litecoin, Ethereum, Bitcoin, вам надо нажать сюда, например. В первую очередь идете сюда, вот здесь, Litecoin адрес, первый. И здесь сделайте копию на Coinbase адрес, Litecoin адрес, и поставьте сюда. Надо нажать SAF адрес, чтобы запомнил ваш Litecoin адрес. После этого, как вы уже сделаете эти три криптовалютные адреса на память, вот, например, я все сделал уже, уже автоматически написано мой адрес, потому что я как поставил адрес, я нажал SAF адрес, а это значит память адрес. После этого вам надо, если хотите переводить, допустим, у вас 2000 вот коинов, то есть $2, вы хотите получить биткоин, поскольку у вас уже в памяти зарегистрировано, вы идете рядом, вот не здесь, а рядом, нажимаете сюда Coinbase адрес. Он требует Coinbase адрес, то есть смысл того, что первый раз вы прошли регистрацию на какой почтовый адрес. Здесь напишите ваш почтовый адрес и потом нажимаете сюда, чтобы написать коинов. Вот, у меня 1280 коинов, я могу написать и нажать Windraft. Windraft это чтоб уже перевод делает. Но помните одно, что перед чем отправлять, вам надо обязательно зарегистрироваться и ставить память на ваш криптовалютный адресов, то есть биткоин, Ethereum, Litecoin. Иначе деньги будут пропадать, если вы не будете зарегистрировать. Прямо идете второй Coinbase адрес, напишите здесь ваш почтовый адрес и сумму, а здесь, например, нет памяти, деньги не идут, они будут пропадать. Так что первый надо здесь сделать и поставить на память.